свою карьеру закончила, да и северокореянка не участвует в чемпионате. Стой! Ну не так. Болеет. Александров отвечает на вопрос по поводу того, что вот 16-летняя девушка, первый год входящая в состав сборной России, вот так вот уверенно себя чувствует и ведет на соревновательном, по-моему, в тренировочном зале. Дескать, правильно ли это? Да, обычно ли это? Сказал, что вот раньше, во времена советской женской гимнастики, так и было. Эти 15-16-летние девушки... дорастая до взрослого.